Привет, друзья, мы тут скейта пиксуем. Посмотрим, что у нас получится. Упали, блин, в такое месище. У меня пока ничего нет. О, все есть, я иду к себе, но у меня нету этой броньки. Ну здесь хоть какая-то броня. А, там у чувак пометил целую броню. Ну все, побежали. У меня всего 3 обоим. У меня тоже. Промазал своей гранаткой. Краб. Краб, Сэм, краб. Краб, people. Чё, один каусик здесь был? Срань господня. Это вражеская или да, наша? Это одна наша, одна вражеская там сбоку дымит. Осторожно. Вот сейчас вражеску запустили, мою запустили, она кого-то там дымажит больно. Фиг поймешь, где чья. Так, пойду полутаю, может будут легкие патроны. Угу. Ну как-то развоевались вроде бы. Давай броньками меняться. Зачем меняться? А, да доставляй себе, нормально. Идем. Что это за баг такой? Это не баг? Иногда просто как зависает какая-то стрельба. Нет, это вот не баг, это вот противник там лютует. Если Select Fire увидишь, попингуй мне, пожалуйста. Select... У меня есть Select Fire, на. Потом отдашь. Забирай. Он где-то наверху? Да, плошно совсем. Ну это, вы там с лошадями палку, конечно, перегнули. Поставишь эту? О. Ой, какой красивый есть скин. Щиты? Есть щиты. Так я не буду щиты брать, потому что броню сейчас возьму просто там. Там же два чувака, которые пыльжи. Какая-то броня у них была. У нее белая броня. Ну, просто щиты тратить-то неохота. Блин, неохота. Пошли, наш чувак там пытается взять. Вот бактерии магазин. А у него фиолетовая. Сзади с роботом. Все, все купили. Нет, не всех. Ну, теперь вроде всех. Мне бы щитов немножко, есть ли щит? Да, щитов миллион. Сейчас отдам. Вот, бери. Shield battery here. Body shield R301 here. 301, нужна тебе 301? Ну, я могу взять, да. Ну, у меня я просто 301 тоже есть, так что. Возьму. А что там золотое у него лежит? Прицел, это мой был. А, ясно. Снайперки у тебя нет, да? Нет, у меня сейчас 301 хаос. У меня закончились лайт патроны. У меня 189, могу поделиться. Давай, попозже чуть-чуть, только дойду до себя. Еще?
care package. I love loot. Placing gas trap. Чё-то я сломал человека просто. Прикольно. Ну это какие-то очень странные ребятки сейчас были. Турбочарджер! Слушайте, вы всех убиваете. Мне нужна энерджи амма. Еще есть кто-то. А мне нужны патроны. Вот Light Ammo, 100 штук. Я хочу ехать. Но технический дипс нужно уважать. Согласна. Откуда стреляют? А, вижу. А, с той стороны. Откуда пришли? Ну, сейчас зона будет поджимать, им самим бежать нужно, так что... Ой. Чувак воевать, что ли, с ними пошел? Пошли помогать тогда, раз. Последний остался, помоги добить его. Все. Во, стоп. Тут целый вагон NGM, отлично. Идем. Giving my shields a recharge. Сейчас вещинку поставлю. Giving my shields a recharge. А, хотя нам не хватит. Не хватит на всех, да. Подожди, пожалуйста. Да! Золотой. А броньки есть? Белая была и синяя была. Я не буду брать. Какая хорошая ульта сейчас была, бедняги просто не могли ничего сделать. Они... Просто из-за того и пришел и разобрал? Ну они да, они в тумане с этим, не могут попасть, того, как ничего не видно. Шел упоры разобрал, да. А ты их наоборот видишь силуэт. Да, в том-то и дело, что подсвечивается идеально. Блин, нигде энерджиама нет. Просто, что ж такое? Обычно хватает. Так обычно никто не берет, как бы их оставляют. Так, ну, нет, я к тому, что даже в луте нет. Сколько сундуков уже открыл, нигде ничего нет. То есть... Вот ты что себе взял? Хаос 301. Девоушен, ну, кстати, хаос мне сейчас нравится больше, потому что он как будто быстрее раскочегаривается, и скорость стрельбы у него как будто бы быстрее. А он, кстати, как будто бы уже без турбочаржа быстрее разгоняется тоже. Ну, это не знаю, без турбочаржа мне, кстати, как раз-таки не нравится. То есть без турбочаржа он лучше... Он просто поздно стрелять начинает, но разгоняется, когда поступ начинает уже достаточно. Ну, а так-то неудобненько, без турбочаржа ни то, ни другое.
Нет, девушка без турбочаржера работает вполне. Как раз таки. Ну, он очень медленно тоже разгоняется. Ну, согласен. Ну, это дело вкуса. Мне вот, например, без турбочарджера Devotion все-таки больше нравится. Потому что не знаю почему. Когда разгонится, 40 патронов больше как-то остается, и ты можешь нарезать. Вон supply ship спускается. Ну да, спускается. Вошлите. Можно там еще бочек понаставить кучу. Угу. У тебя снова золотой шлем. А как ты? А, в табе? Через таб. Да-да, лично забываю. Ну, точнее, не лично забываю, мне это не особо нужно, поэтому не смотрел за этим никогда. Наш чувак, кстати, хорош. О, энерджиама. Энерджиама! Блин, ладно, здесь возьму. Да, чувак, неплохо всех разносит. 18 побед в сезоне у него. I'm focusing sensors on that spot. Да, тут куча фениксов всяких разных. У меня один уже есть. У меня тоже один уже есть, мне пока хватит. 301. Ой, патронов нету. Energy. 99. Слушай, 2.99, 2.301. Миллион лайта. О, лайт. Ой, лайт energy. Шо. А есть двоечка. Прицел. Я бы взяла. Ну, у меня вот на себе висит. Не, мне нужен свободный. Ну просто если у тебя какой-то там единичка с рожками, я бы, наверное, поменял тебе. У меня рожки, да, единички. Давай. А вон стрельба, нам нужно идти. Благодарю. Пожалуйста. А на что тебе рожки нужны? На 301? Да, у меня просто... Да, да, я согласен. Follow me if you want to leave, надо говорить, а не attack here. Так, то есть мы сейчас почему вдвоем бежим туда? Ну, то есть мы и еще соседний склад сбоку от нас, по идее, туда должен бежать, если мне не показалось. Какие вы быстрые ребятки. Ну, даже я не могу его догнать. Я тебя не могу догнать. Ну, это понятно. Я все-таки скольжу немножко активнее. Как бы нам в спину не зашли. Фиолетовая броня. Ха-ха-ха! Воскрешение, воскрешение идет, да. Не наверное, а воскрешение идет. Осторожно, осторожно, не, только не упади. Я упала, да, уже. Давай здесь поднимем себя. Спасибо большое. Мне феникс есть. Давай, давай, будем. Ага, сбоку еще ребятки. Это хаос на сингле. Большое спасибо за... Осторожно, тебя сбоку еще поджимают. Молодец, молодец. Броня фиолетовая. Блин, а я уже ее... Ну, просто... Энерджи ни у кого, блин, нету. Просто пушим, да? Конечно. Конечно, здесь он стоит в своем конец. Все.
GG. Чувак, и ты много сделал. Да, я думаю, сделал, мне интересно, кто из нас передамажил. По-моему, он передамажил. Я по киллам, наверное, буду. А он по урону. Надеюсь, что хотя бы 500 сделал. Сейчас посмотрим. Ну. Да, я по киллам, он по урону. Угу. Ну, и вот с моей, да, твои 300, отдай мне, и я буду с ним наравне еще и перед этот. А если вы мне дадите свои киллы оба, то я возьму 20-ку еще. Да. Веселый матч был, на самом деле. Хорошо пушили. Я думаю, ребятам понравится такой забег. Кстати, пока всем, да. Не забывайте тысячи лайки. Всем пока? Нет, не должна, но уже сказала, да. Всем пока.